Но как-то Казука в последнее время очень нестабилен. У нас с вами первый этап этого сезона выиграл японец Матида, второй выиграл японец Мура. Потом Ханью не выиграл, стал вторым, выиграл Максим Кофту. Здесь Казука третий. Нет, нет, нет. Было видно, конечно, что уже по его положению в корпусе, что выезда не будет. Ну, сразу все судьи поставили 3 минуса, и все равно 7,3. Пошел ва-банк, попытался еще раз сделать. К сожалению, это один из худших прокатов сегодняшнего дня. С точки зрения соотношения надежд, потенциала и реального исполнения.
Ужас. Где-то прежний Такахико Казука. Честно говоря, он как-то в последние годы неузнаваем. И даже прежняя характерная ему пластика, она куда-то...